Мюзикл «По следам бременских музыкантов» – авторская постановка одних из главных городских творческих коллективов. «Ренессанс» и «Каприз» представили зрителю совместную вольную интерпретацию знакомого каждому сюжета – бременских музыкантов «Братьев Гримм». Образ характерных персонажей на себя примерили более 30 артистов обоих народных коллективов. Соседнего королевства и приехал по приглашению вашего батюшки и хочу предложить вам свою руку и чуть-чуть королевства. На концерте присутствовала и экспертная комиссия Смоленского областного центра народного творчества. Помимо концертной программы коллективов, члены комиссии учитывали и другие параметры – победы в конкурсах, награды, дипломы, участие в значимых событиях города, качественные костюмы и многое другое. И как итог, оба коллектива подтвердили свои почетные звания. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.